Всем привет, и с вами Android. Android сегодня хотел поговорить об аркаде, который называется Sparky Korg Juice Cave Diving. В данной игре мы будем с вами спускаться как можно ниже в какой-то пещере. Вот наша такая собачка. Есть два джойстика управления. Это получается один джойстик управления. С левой стороны мы можем управлять вот нашей вот этой собачкой, да. Помимо этого мы можем стрелять в различные летающих мышей, и не только мышей, которые будут попадаться у нас на пути. Можно сказать, даже это раннер, потому что как только мы с вами запоримся, мы начинаем с самого начала. С правой стороны показано, насколько мы глубоко смогли опуститься. С левой стороны количество жизней, это в виде косточек, они изображены. То есть как только они у нас кончатся, мы начинаем с самого начала. Очень-очень прикольная идея, мне она понравилась, также достаточно прикольная графика. Сам персонаж нарисован в таком мультяшном стиле, как и монстры, которые на нас нападают. И вот этот фонарик тоже очень круто сделан. Мы пытаемся спуститься все ниже и ниже. Напишите, кстати, насколько смогли вы низко спуститься, опуститься, да, потому что у меня, ну, я не помню, сколько у меня рекорд, 200 с чем-то было, ну, сейчас вряд ли я покажу, на что я способен. Помимо этого, мы будем собирать различные сундучки. В них вы найдете различные усиления. Вот они снизу под с правой стороны. Они показаны вот такими кругляшками. Вот там усиление, сможем стрелять покруче, двигаться, передвигаться. Короче, игра очень-очень прикольно сделана. Я много делал обзоров, да, почти все около 2000, но вот именно такого раннера я еще не встречал, из-за этого, я думаю, наверное, и сделал обзор по данной игре. А по поводу плюсов, ну, конечно же, прикольный стиль, оригинальная идея, персонаж, все очень мило сделано. А минус какой? Когда вы подключаете к интернету игру, и если вы запаритесь, вылазит надоедливая реклама, секунд 20, и приходится ждать, пока ее надо досмотреть. Короче, ждать, пока она пройдет. Вот. А так, минусов в данной игре я, в принципе, не заметил. А по поводу оценки, ну, поставлю, наверное, данной игре 3 с плюсом. Ну, это мое субъективное мнение. Вы уже решаете, играть в данную игру или не играть. С вами был Android Androidage. Всем пока, до скорых встреч.